Фредерик Бишоп? Нет, он мертв, извини. Но это же ваша фотография. Полагаю, да. Джек Фостер. Я ваш новый подчиненный. Ну уж нет. Уберите от меня этого малого. И не подумаю. Он такой путь проделал, чтобы увидеть вас. Фредерик Бишоп, гордость Австралии. Знаю, он даже про возраст солгал, чтобы пройти призыв. Марзянка, знаешь? Да. Пошли. Это полный провал. У нашей первой волны не было и шанса. Вон у них какая оборона. Как же мы захватим пляж? На этот раз у нас есть дредноуты. Затыкай уши, парень. Сейчас будет шумно. Отправь координаты. Ты-то куда собрался? С вами. Ну-ка, прицелься. Ясно, остаешься тут. Пойдешь с тыловым отрядом, после того, как я пущу ракету. Yes, sir? Да, сэр. И на рожон не лезь. Надо добраться до верха пляжа. У шлюпок не было шанса. Oh!
подобраться к той высоте. Пустить ракету. Твою мать, ты издеваешься? Пошли сюда! Вот! Вот смотри! Парень, твое вранье тебя же и убьет! Я просто... Памятник себе захотел на городской площади! Вставай, давай. Вставай, молодец. Я умру. Не умрешь. Ты австралиец. Тебя нельзя убить. Да. Наверное, да. Разве что. Ты не Кеви случайно? Нет. А теперь все по порядку. Давай, иди сюда, встань. Повторяй за мной, руку сюда. Это вот так. Приклад к плечу вот так, щеку к прикладу. Нет, вот так. Направляй, куда хочешь выстрелить. На, вот так. Ногу выстави немного, держи равновесие. Я уж начал думать, что потерял своих австралийцев. Чем могу помочь? Не вы, а парень. Нам нужен связной на линию фронта. Правда? Нет. Да. Нет. Нельзя туда парня отправлять. Он же прямо под пулю забежит и конец. Нет, нет, я смогу. Нет. Я пойду. Ладно. Ты здесь со мной. А вы... Вы будете связным. Надо как-то пробраться мимо Азмана. Thank you.
Да. Черт подери! Все катится к чертям. Надо вернуться к Уайтхоллу. На всем фронте провал. Я так и думал. Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Вы не волнуйтесь. Я тут справлюсь. Пригибайся, ствол наготове. Ищи укрытие. Понял? Понял. Надо добраться до тылового пункта. Позиция союзников потеряна. Приказано вести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт! Фостер! Чертовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Из тыла. Не надо. Значит,
сначала нам тут помогите. Солдаты, готовьтесь! Отсюда! Полное отступление. Деревни и форт будут обстреливать, чтобы нас прикрыть. Надо уходить срочно. Так. Я отправил людей на захват форта. Им же конец. Кто пошел? Только добровольцы. То есть пошли все. Дети же, черт. Вы же понимаете, в его годы все такие. Фостер. Черт! Парня надо забрать. Идите. Сделаю вид, что вас тут не было. Это не ваша вина. Конечно, моя. Еще одна смерть на совести. Идите, времени у вас мало. Форт в одиночку, а еще Фостера идиотом называл.
Может, просто меня застрелите? Пошли. Будем тебя отсюда выводить. Тут все рухнет в любой момент. Нет, мы не можем уйти. Враги еще наступают. С ранеными мы от них не убежим. Ты иди. Я прикрою твой отход. Но, Бишоп, там я еще сотни... Я притворюсь, будто захватываю форт. Это отвлечет врага. Когда пройдешь к союзникам, пусти ракету, чтобы я знал, что ты цел. Тогда я буду отходить. Что, приказы не выполняешь? А вы-то здесь по какому приказу? Иди сюда. Вот. Ты теперь настоящий австралиец. Выгляди соответственно. Ладно. Вперед, парни! Пошли! Thank you.
было близко. Спасибо, Господи, не научил их целиться. Джек, блядь!